Всем привет, с вами профессор. Продолжаем играть в Elden Ring. Точнее, пытаемся закончить и победить Малению и остальных финальных боссов, которые оказались очень сложными. Для меня, во всяком случае, поскольку профессор, как и доцент, был тупой. Ну, такое бывает. Так, значит, что мы делаем? Мы доблестно бьем Малению луной, заклинанием луны. Почему именно этим заклинанием, науке неизвестно. На самом деле, может быть, надо каким-то другим. Этого я не знаю. Вот, но... В принципе, оно дамажит очень неплохо. Вот, и тут главное успевать от нее убегать каким-то образом. Видите, первая фаза. В принципе, я ее очень хорошо изучил. Первую фазу. Видите, почти без урона прошел эту розу. Ой, 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 ой. Так, я хвалился. Хвалился, расхвалился, блин. Но тут хотя бы можно хилиться, потому что во второй фазе я не понимаю, как хилиться, в какое время, потому что меня все время убивают. О, сбил. Отлично. Так. Значит, задача максимум. Как можно больше выбить у нее здоровье. Без помощника. Именно без помощника. Вот, потому что это даст, ну, как бы, живого более-менее помощника во вторую фазу. А там он очень нужен, потому что иначе все просто, ты вообще крышка. Так. Очень хорошо. Ну, в смысле, вот это было... Уход был практически блестящий. То есть я ничего не потерял за это время. Вообще ничего. Ой-ой-ой. Так, нормально. Выпускаем кракена. Хорошо, идем. Так, ушли на вторую фазу. Плохо ушли, потому что у меня нет здоровья. Во-во-во. Все, хорошо. Каким-то образом оказалось у нее очень много здоровья по хелину. У нее. Я имею в виду. Не у меня, а у нее. Давай, давай! Отходи, 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 отходи. Давай, давай. Ну давай, пришей ее. Почти, почти, почти. Ну давай, давай.
Есть! 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 Я победил в оленя! Есть! Профессор, чемпион! Есть же великая руна Малени! Ну, наконец-то, четвертые сутки! Пылают станицы! Горит под ногами родная земля! Поручик, Калицын, быть может, вернемся! Так. Так, что такое? Что происходит? О, богиня гнили. Так, отлично, есть. Ну, на четвертый. Это, вот, значит, был у меня первый стрим, второй стрим. Попытки. Потом был. Нет, это даже пятые сутки получается. Потому что потом был. Потом я тренировался без стрима. Часов 5. И потом был. Вчера у меня был стрим. То есть в субботу. Ни хрена не получилось. И вот сейчас, в воскресенье, наконец-то. Фух, ну ладно, друзья мои, большое спасибо всем, кто в меня верил. Я сейчас запись эту выложу. И, соответственно, будем бить финальных боссов. Не знаю уже когда, во сколько. Ну, скоро. В общем, вот такая история. Ну, слава тебе, господи. Так, а тут не было денег вообще. Так, хорошо. А где здесь костер или что-нибудь? Ну что ж, друзья мои, выходим на финальных боссов. Хотел я в июне это закончить. Так что вот в июне я, судя по всему, все-таки завершу этот. Так, все ясно. Надо было просто использовать иногда камни. И камнями я ее добил. Камни для меня самое... Самое такое заклинание оказалось самое надежное, что ли. Оно быстрое, оно дамажит, оно мимо не пролетает. И действует на средних, коротких и длинных дистанциях. Длинных, может, не сильно длинных, но средних и коротких. Ну, слава тебе, Господи. Все, а то я уж думал, что все, крышка. Так, и осталось нам побить финального босса, вот этого зверя Элдена, который в виде рыбы там прыгает. Это очень непросто, но попробуем. Ну ладно, всем спасибо, с вами был профессор, пока-пока. Я очень рад, что это все, наконец-то. Наконец-то я побил Маленью, наконец-то. Правда, не на стриме, на записи, но просто я приехал тут домой из деревни. У меня почему-то Wi-Fi не работает. Я завтра загружу. Понедельник.